Давай вопрос. Так, значит, по поводу брата, последний вопрос, который волновал и волнует всех нас. Что для вас, брат или брат два? Вот что... Балабанов. Да? Балабанов. Что ты имеешь в виду под этим? Я имею в виду, ну вот брат, брат один или брат два? Какой фильм ближе? Какой фильм? Потому что я вот сейчас пересматривал оба. Благодаря тому, что они появились на всех... А, ответ есть, ответ есть. Давайте. Конечно, первый фильм. Первый фильм «Брат», он был очень цельный, очень... в нем была большая заложена идея. Там был бунт Балабанова против всяких критиков и прочих представителей, которые раздавали премии, призы. Ведь фильм «Брат» он сочинил, чтобы заработать деньги на свое арт-хаусное кино про уродов и людей.